история очень известная, которую мы пройдем с вами, история книги Бытие, 44 глава. История, despre care vom discuta, este în, în cartea Geneza, la capitolul 44. Это история об Иосифе. И история об Иосифе. Кто не знает, никогда не слышал историю об Иосифе, никакой ее части, что он был любимым сыном, что его продали. Cine nu știe nimic despre Iosif, că a fost cel mai iubit fiu, că a fost vândut. Как он стал опять у фараона объяснять сны, как он братьев принял. Cum a explicat visele lui faraon, cum și-a primit pe frații săi. Кто никогда не слышал эту историю? Cine n-a auzit niciodată такой человек здесь? Această istorie? Este cineva aici? Отлично. Все знают. Excelent. Поэтому 44 глава книги Бытие будет интересная для нас. De aceea, capitolul 44 din Geneza ne va fi foarte Перед тем, как мы начнем читать, я несколько слов скажу о себе. Înainte să începem să citim, o să spun câteva cuvinte despre mine. Мы с супругой родились в городе, где сейчас у нас война, на Украине. Soția ne-am născut în orașul în care acum este război, în Ucraina. Это город Донецк, и когда я начал ходить в церковь, когда был мальчиком, Este orașul Donețk și când am început să merg la biserică, când eram un băiețel. Мне очень трудно было слушать проповедь. Мне era foarte greu să ascult o predică. Это очень долго. Era lung, era. И сидеть, а тут кто-то говорит, это очень тяжело. Cineva vorbește și tu trebuie să stai, e greu. Понимаете, просидеть 40 минут или час, это тяжело. Pentru un copil, 40 de minute să stai, e mult. Да, и я подумал, что я когда вырасту, ходить в церковь не буду. Și m-am gândit, am decis, când o să cresc mare, nu voi merge la biserică. Но я подумал, вот если мне все-таки нужно будет ходить в церковь. Dar m-am gândit că dacă chiar va trebui să merg la biserică. Тогда я буду проповедовать, чтобы мне было интересно. O să predic ca să fie interesant. И так и получилось. Și așa a ieșit. Поэтому молодежи и детям я хочу сказать, если вам скучно сидеть, чей тинеш, копии, да, тогда проповедуйте. Умвальцаться, предикать. Вы вырастите и станьте пастором. О, сокращайте, чтобы пачет пастор. Сейчас город есть такой в Украине, Харьков. Есть он ораш, в Украине се нумеште Харьков. Там у нас есть 9 церквей. Аколо сем 9 бисерич. И мы с моей семьей совершаем служение в этих во всем городе. Și fratele Eugen cu toată familia fac serviciile divine în tot. В церквях есть еще пасторы, помощники и пресвитеры. Mai sunt păstori care sunt. Они помогают, и я как бы вожу городом. Sunt presbiteri. Наш город большой, 2,5 миллиона жителей. Orașul este mare, 2.500.000 de locuitori aproximativ. И в нашей конференции я возглавляю адвентистскую миссию, такое есть адвентистская миссия, департамент. Да, și în conferința din Harkov, fratele Eugen conduce departamentul de misiune. Да, поэтому De aceea, мне хотелось бы, чтобы, когда мы сегодня закончим эту историю, мяж дори, ка астэзь, кэнд вом термина ачаста повестире, ачаста истории, вы приняли какое-то решение. Са луацо дечизия. Хорошо. Итак, 44 глава. Деч, капитулу 44. Я ее назову 10 против 1. O voi numi 10 împotriva la 1. 10 против 1. Запомните, 10 против 1. Рецинец 10 împotriva la 1. Как вы думаете, если 10 против 1, кто победит? Cum credeți, dacă 10 sunt împotriva unei persoane, cine va ieși învingător? Кто? 1? 1? 10! 10! Но если этот один не медведь. Дака, а чест уну ну я ун урс. Тут у нас ходят. Айджа, май ум лоб. Итак,
Читаем вместе с вами. Давайте вот так потихонечку читать. Может быть, у вас на экране бывает, или у вас есть Библия. Попробуем прочитать. Иосиф с первого текста приказал своему управляющему: наполни мешки этих людей едой, сколько они смогут унести, и положи серебро каждому обратно в мешок. Первый текст 44 главы. Primul verset din capitolul 44, dacă se poate, așa. Iosif a dat următoarea poruncă economistului casei lui: umple cu merind de sarci oamenilor acestora cât vor putea să ducă și pune argintul fiecăruia la gura sacului. Vam nravitsa poka начало? Vă place începutul? Iosif своим братьям дает еды много, серебра много, сколько они могут унести. Iosif dă fraților săi mâncare multă, argint și fiecare cât poate să ducă. Iosif знає, що це. Братя не знають, що це Iosif. Iosif știe că sunt frații lui nu știu că Iosif este fratele. И тут Иосиф что-то предпринимает. Давайте прочитаем второй текст. Положи мою чашу, мою серебряную чашу. Прочитайте второй текст. Al doilea verset, să pui și paharul meu, paharul de argint, la gura sacului celui mai tânăr, împreună cu argintul cuvenit, pentru prețul grâului lui. Economul a făcut cum îi poruncise Iosif. Вам нравится, что сделал Иосиф? Vă place ce a făcut Iosif? В один из мешков, он кладет свою чашу. Într-unul din saci, el pune paharul său. Представляете? А Иосиф, возьмем его отдельно. Иосиф отдельно. А братьев его 11. Să-i luăm separat. Iosif separat și cei 11 frați de Iosif. Итак, 11 братьев имеют мешки. 11 frați au sacii lor. У каждого в мешке fiecare зерно, are grâu, серебро, аргинт. И только у одного. Și doar la unul. Они запрятали, он попросил этого управляющего, a rugat pe запрятать эту чашу. Pe economul său să ascundă acest pahar. Да. Представляете, что вдруг сейчас зайдет полиция? Вы imaginați că vine poliția? И скажет. Și spune. Кто-то у вас украл телефон. Cineva la dumneavoastră, cineva dintre dumneavoastră a furat un telefon. И вдруг начнут всех обыскивать? Și începe să caute pe toată lumea. И найдут телефон, знаете у кого? Și găsesc telefonul, știți la cine? У меня. А фратель Евген. Вы понимаете, что это ужасно? E o situație destul de înspăimântătoare. Но я не брал. Dar n-am luat. Я не брал. N-am luat telefonul. Вы понимаете, что хочет сделать Иосиф? Вы imaginați ce vrea să facă Iosif? Он подкладывает золотую чашу. Strecoară paharul său de aur. Тот брат его не брал ее. Fratele lui n-a luat. А Иосиф ему ложит. Да, Иосиф îl pune acolo. У меня к вам вопрос. Хорошо делает Иосиф или плохо? Și întrebarea, a făcut bine Iosif sau rău? Un scenariu. Un scenariu. Проверяем? Нет, не проверяем. Неплохо. Интригу делаем. Интригу делаем. Вот бы вам такую интригу. А что вы интрига, но... Представляете, что у вас что-то находят? La dumneavoastră găsesc ceva. Вы переживаете стресс. Sunteți stresat, speriat. Эта ситуация показывает. Această situație arată. Что Иосиф их проверяет. Că Iosif îi verifică. Иосиф их не знает. Iosif nu îi cunoaște. Он знает, что это его братья. El știe că sunt frații lui. Но он не знает, какие они в душе. Dar nu știe cum este sufletul lor. Они, он с ними виделся 22 года назад. Ultima dată când i-a văzut au fost 22 de ani în urmă. Это была очень плохая встреча. Прощание. Era o despărțire foarte neplăcută. 10 против одного. Împotriva unuia. Потому что их 12 братьев. Erau 12 frați. Иосиф 11. Вениамин 12. Iosif al 11-lea, Beniamin cel mic era acasă. Beniamin был дома маленький.
era micuț acasă. А Иосифа 22 года назад папа послал к братьям. Și pe Iosif, 22 de ani în urmă, tatăl... Он взял им еду, L-a trimis la frați, le-a adus mâncare. Но они, когда его увидели, увидели разноцветную одежду, они сорвали, забрали еду, бросили его в ров. Au văzut haina colorată, i-au rupt-o, i-au luat mâncarea, l-au aruncat în buzunar. 10 против одного. Potriva unuia. Что он мог с ними сделать? Ce putea face? Он плакал, он кричал. A plâns, a strigat. Но никто не обращал внимания на него. Nimeni nu i-a acordat atenție. В конечном итоге они хотели убить его, но не убили, а продали. Au vrut să-l omoare, dar totuși l-au vândut. Представьте, братья продали брата. Frații l-au vândut pe frate. Какие они братья? Ce fel de frați? Они разбойники, бандиты. Sunt niște târhari, niște răufăcători. Это ужасно. 10 против одного. 10 împotriva unuia. И теперь, 22 года спустя, și acum, 22 de ani după aceea, он встречает своих братьев. Se întâlnește cu frații. Он узнал, что это его братья. Îi recunoaște ca fiind frații. Но он не знает, какие они в характере, в душе, какое у них сердце, доброе или злое. Dar nu știe cum sunt ei în suflet, ce caracter au, ce este în inima lor, este bună, este rea. И смотрите, что он делает. Și ce face? Он берет свою чашу. Ia paharul său. И кладет, как вы думаете, какому брату? Și cum credeți, în ce... Может, тому, который его продавал? În ce sac îl pune, aceluia care l-a vândut? Может, тому брату, который хотел его убить? Poate la cel care a vrut să-l omoare? Может, тому брату, который порвал его одежду? Poate acelui frate care i-a хотел его схватить и бросить в тюрьму? Ca să-l face să-l arunce în închisoare? Какому брату он положил эту чашу? La care dintre frați pune paharul? Он положил самому маленькому брату. Pune paharul. Который ничего плохого ему не сделал. La cel mai mic dintre frați. Care... Это был его родной брат по папе и по маме. Это был Вениамин. Care era Beniamin, care era fratele lui și după tată și după mama. Он делает зло сейчас. Он делает как бы зло для того брата, который ему зла не сделал. El aparent face un rău acelui frate care nu i-a făcut nimic rău, celui nevinovat. И вот посмотрим, что с ним происходит. Și să vedem ce se întâmplă mai departe. Когда они отошли от города, читаем вместе с вами третий текст, он посылает этого управляющего и говорит: догони их, и давайте мы прочитаем до 8 текста. De la versetul 3 până la 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dimineața, cum s-a crăpat de ziua, au dat drumul oamenilor acestora împreună cu măgarii lor, dar abia ieșiseră din cetate și nu se îndepărtaseră deloc de ea, când Iosif a zis economului său: scoală-te, aleargă după oamenii aceia și când îi vei ajunge să le spui: pentru ce ați răsplătit binele cu rău? De ce ați curat paharul din care bea domnul meu și de care se slujește pentru licit? Rău ați făcut că v-ați purtat astfel. Economul i-a ajuns și le-a spus aceste cuvinte. Ei i-au răspuns: domnule, pentru ce vorbești astfel? Să ferească Dumnezeu pe robii tăi să fi sfârșit cu asemenea faptă. Iată, noi ți-am adus din țara Canaanului argintul pe care l-am găsit la gura sacilor noștri. Cum am fi putut să furăm argint sau aur din casa domnului tău? Итак, он догоняет их, этот военный человек, наверное, с солдатами, и говорит: зачем вы сделали зло? Deci economul îi ajunge din urmă, om militar, soldat cu alți soldați după el. Они говорят: мы не делали. Ei spun că n-au făcut nimic. Cum? Мы не виноваты. Nu suntem vinovați. Он говорит: вы сделали. El zice: ба, да. Они говорят: нет. Ei zic: nu. Он говорит: я проверю. O să verific. Они говорят: проверь, мы честные. Ei au spus: verifică. Если ты у нас найдешь... Dacă tu găsești la noi... Давайте прочитаем 9 текст. Что с нами можешь сделать? Versetul 9. Să moară acela dintre robii tăi la care se va găsi paharul și noi înșine să fim robi ai Domnului nostru. Вы представляете? Vă dați seama? Они говорят: если ты найдешь вот этого человека, можешь убить, а мы будем рабы. Ei zic: dacă vei găsi paharul aici, noi vom fi robi, iar cel la care vei găsi va fi omorât. Скажите, они знают, что у них чаша? Ei știu că paharul e la ei. Нет. Nu? Они говорят: убьешь.
Am ei, răbâi. Ei spun, pot să-l omor. Au exact și așa așa este, un clau eu. Dar el știe că este acolo paharul, că acolo la pus. Vă представляете, какой они ситуации? În ce situație sunt ei? И он смягчает эту ситуацию. И в 10-м тексте говорит, не, не убивать не буду, заберу одного только в рабы. Только одного, у кого найду, заберу в рабы. Dar el răspunde, să fie după cuvintele voastre, acel la care se va găsi paharul, să fie robul meu, iar voi veți fi nevinovați. Вы замечаете? Они говорят, если найдешь, убьешь, а мы все рабы. Deci ei spun, dacă găsești, îl vei omor, iar noi suntem robi. А он говорит, нет, если я найду, вы все свободны, только вот его, у кого я найду, заберу в рабы. Pe când el răspunde că nu, cel la care voi găsi paharul rămâne rob, iar voi toți sunteți liberi și nu vă смотрите. Написано в следующем тексте, они открывают свои мешки, говорят, ищи. Ei își deschid sacii și zic, caută. И он говорит, хорошо. Bine. А читаем с вами 11 текст. Citim versetul 11. Îndată s-a pogorât fiecare la și-a pogorât fiecare sacul la pământ, fiecare și-a deschis sacul. Bine, ищи. Он говорит так, я начну, не просто так, а вот ты старший. О să încep, nu simplu, începem de la cel mai mare. Кто был старший? Cine era cel mai mare? Рувин. Рувин открыл. Рубен. Нету. A deschis, nu este. Фух. Симеон. Симеон. Открыл. A deschis. Он поискал? Acum нету. Dat, nu este. Фух. Левий. Левий. Открыл. Deschide. Нету. Nu este. Фух. Иуда. Иуда. Открыл. Deschide. Нету. Nu este. Фух. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Нету. Nu este. 10. 10. Нету. Nu este. Остался один. A mai rămas unul. Один маленький. Cel mai mic, cel mai tânăr. Они все думают, не, у меня мин не возьмет. Toți gândesc, nu, Beniamin niciodată. Beniamin, un такой хороший, маленький, папин сынок. E fiul lui tata, e cel mai bun, cel mai mic. Он еле пошел с ними. Abia de-a putut fi lăsat. Он боялся, как осиновый листочек. Se și temea. Он ни за что не возьмет. Pentru nimic n-ar lua. 10 не нашли. 10 n-au găsit. Они все, помните, были плохими. Și toți erau răi. Это те 10, которые его продали. Erau cei răi, cei 10 care l-au vândut. Остался один. A rămas unul. Это его родной. Fratele său. Это хороший. Cel mai bun. Он думает, Вениамин. Вениамин se gândește. О, Иуды не нашли. La Iuda n-au găsit. Рувима нету. Симеон, нет. Они такие, что взяли бы, они злые были. Есть сын Динаша, который поте как филуат. И Вениамин думает, фу, хорошо, что эти братья ничего не взяли. И Вениамин сичет, че бине, как братья не взяли. Я точно не брал. Я сигур нам лад. Сейчас он посмотрит мой мешок. Акума се уйдем с сакул. И мы пойдем к папе. И мерчем ла тата. И представляете. И маджинанси па. Он открывает мешок. Дескиде сакул. Вот она! Скоте пахарю. Я думаю, что он мог упасть в инфаркт. Не imaginăm că putea să facă infarct.